Добрый вечер. В общем, сегодня премьера нового проекта, который называется «Лиди». Вот, для вас сегодня играет Дмитрий Лугдин, фортепиано, Антон Горбунов, бас-гитара, Петр Ившин, ударные инструменты, Феликс Лохучий. Еще сегодня будут специальные гости, позже представим. Вот сегодня будет полностью авторская программа, написанная всеми участниками. И начнем мы с зимней пьесы под названием «Январь». Thank you.
следующая сказочная. Называется «Фея». Thank you.
Следующее произведение называется «Пять восьмых». Thank you.
Thank you.
следующая песня о дружбе. Thank you.
И сейчас, когда подходит к концу наше первое отделение, мы хотели бы позвать нашу специальную гостью, талантливую певицу Дарью Захарову. И с ней мы исполним композицию под названием «Непослушные ноты». Мы посмотрим, послушаются они нас сейчас или нет. Thank you.
Thank you.
Галя Захарова, Дмитрий Лобдин, Антон Вергунов, Петр Ищин, Ферик Свахути, Кайф Лидия, Лидия, Вахути, Лобдин, Вергунов, Ищин. Спасибо, у нас небольшой перерыв, скоро встретимся. Следующая композиция посвящается всякого рода зависимостям. Addiction. Thank you.
Thank you.
Мы вот так вот начали на этой оптимистичной ноте, зовем Дарью Захарову на сцену. Продолжаем. И следующая у нас композиция называется «Света тени». Thank you.
Дарья Захарова. Специальные гости сегодняшние. Мы продолжаем наш концерт. Следующая композиция «Утро». Thank you.
Дмитрий Лугин, Антон Губанов, Петр Ившин, Кайф Лиги, thank you.
Спасибо. Мы больше ничего не умеем, поэтому мы заканчиваем. Спасибо вам большое. Благодаря вам все получилось.